обвиняемый Сбербанк, используя как опекшего Мультенова, Малитова и свидетель Мишонин. Мишонин, хорошо. Очень хорошо. Мы предлагаем продолжить допрос свидетелей, да? Нет, уважаемый? У нас есть ходатайство, прежде чем начать допрос. Уважаемый суд. Ну, у нас там тогда свидетеля вывести из этого суда. Ожидайте в коридоре сидеть. Нет. Удостоверение сейчас есть у вас? Да, да, вот он. Ага, давай. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, у нас есть ходатайство об обозрении заявления свидетелей о неявке. Ну, заявление, которое они там написали, я не знаю, они, у кого. Да, понятно, хотите. Хорошо. Я считаю, нужно удовлетворить. В смысле, свидетелю Мишонину вы имеете? Всем. Нет, нам. Нет. Вообще всем участникам процесса, не только Мишонину, всем. Заявление участников процесса о неявке на судебное заседание. Да. И еще представленное органом предварительного расследования заявление. Угу. Правильно, да? Да, конечно. Они предоставили вот интересные заявления, мы их не видели ни разу. Откуда они появились, тоже непонятно. И связанное с этим же сразу же ходатайство о, соответственно, об обозрении судебных повесток и расписок свидетелей, о их получении, соответственно. Направлялись, я так думаю, судебные повестки по адресам повестки наших. Не направлялись, уведомлялись по телефону. Сразу вам говорю об этом. А, уведомлялись по телефону. Постановление суда. Ага. Ну вот мы, может быть, на них тоже посмотрим, а то мы не видели эти документы. И, соответственно, там, наверное, на этом же основании, наверное, вот эти здесь, соответственно, орган предварительного следствия говорит о том, что они пишут заявление, что не могут явиться на процессы. Значит, соответственно, и ссылаются там на какую-то там, на болезнь. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, вот, значит, документы эти можете это, обозреть, пожалуйста, защитить. Можно взять, да? Спасибо. Это привод. В принципе, они все стандартные постановления о приводе. Угу. А я тут без даты заявления. Это Мишонина. Тут они без даты все. Что ты написал? Я шапку первую. Это отследователь, да? Если это последний день, да? Ну, тут там даже не написано на имя кого? Судьи. И какого? Какого районного суда даже не написано. Просто районного суда номер 2 и все. На имя кого даже ну, не хорошо, могу написать. Хотели отследовать, я представил. Да, еще. Да, у нас вот, соответственно, если расписок нету. Ну ладно, сейчас Дюсенбеков не могу явиться на заседание суда в связи с плохим самочувствием, а также в связи с тем, что Джажа Горжи Кокшетай в настоящее время не могу приехать по семейным обстоятельствам. Настаиваю на показаниях данных, мной выходит допрос в качестве свидетеля на предварительном следствии. Написано собственноручно. Судьи районного суда номер 2 города Астана. Какого суда непонятно. И, соответственно, заявление. Прошу вас зачитать мои показания, которые дал в качестве свидетеля на предварительном следствии и на которых настаиваю, не могу явиться, если не что проживаю в другой области, а также по семейному сайте. А больше нет, да, других? А других нет, за... нет, я же оглашал вам все то есть только от двух свидетелей. Спасибо. Все, да? Пока все, да. Пока все. Рахмет. А у нас ходатайство, которое вот мы сейчас будем допрашивать свидетеля Мишонина, который явился, да, ходатайство в связи с этим о производстве видеозаписи допроса свидетеля Мишонина. Я думаю, что никто не будет возражать. Мы же с аудиозаписью решили, поэтому вопрос этот решен уже. На старом решении я думаю, надо оставаться. Угу. Хорошо, нет, пока нет ходатайств, пока нет. Пожалуйста, Рахмет. Уже есть. Представьте, что свидетель. Сейчас будем сдавать суд. Ничего страшного. Там же написано. Кто? Мишонин Сергей Николаевич, 1987 года рождения, Бострова на Ляхе. Где родились? Северо-Казахстанская область, Айртауский район, село Солодок. Вы проживаете где? Проживаю в Северо-Казахстанской области, Айртауский район, село Казанка. Подсудим известен гражданин Курбанов? Да, известен. Ну, в связи с чем? Познакомились. Давно уже. Просто знакомые, да? Или дружеские отношения? Какие отношения? Ну, нормальные отношения. Нормальные отношения.
Предупреждается в уголовном списке за дачу заведомо ложных показаний, суда отказ от дачи показаний. Понятно, да? Клятву свидетель зачитайте перед вами. Я клянусь, буду рассказывать все известное мне по делу. Говорить только правду, всю правду и ничего, кроме правды. Угу. Все. Извините, прошу прощения, уважаемый суд, участник процесса. Мы заявили ходатайство о том, чтобы он был... Свидетель на сторону обвинения, поэтому сторона обвинения будет начинать допрос. Можно? Присаживайтесь. Огласите, о чем заявление ваше? Заявление о том, что мне не приходили никакие ни повестки, ни звонки, на СМС ничего не было в течение 3 месяцев. Никто не звонил, мне ничего не помещал, да? Мне вообще ни на что не помещало. Я то, что на суд я приехал, как мне повестку уже через 22-го, то, что 5 часов будет. Я приехал, а суд отложили почему. 22-го? Да, да. А, ну понятно, ага. Хорошо, государственник, есть вопросы у вас? Есть. Ну, давайте я просто... Сейчас, вам, да? Давайте. Сергей Николаевич? Да. Сергей Николаевич, вот скажите, вот как вы познакомились с Кубаном? Я должен сказать, расскажите. Я не помню, где, правда, давно... Скажите, что? Не скажите, как вы напомнили, скажите, почему я с вопросом начинал? Я знаю. Ну, как, познакомились, что... Мне нужны, да, мне деньги нужны были, точно. Мне кредит не давали. На какую сумму вы рассчитывали? Я рассчитывал, но побольше на долгов много было. Ну вы же помните, это вы показания туда озвучиваете? Ну я... Хорошо, расскажите, пожалуйста, в своем рассказе. Ну, я вот как... Что было, как вы кредит получали, если получали, то... Пожалуйста, что за кредит, где получали? Ну, в банке я получал. Когда? Это было... В мае 2013 года. Вот мы... В мае 2013 года, да, получили? Да. Так. Какую сумму? 4 миллиона. 4 миллиона получили? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы получили? Ну, мне нужны были деньги срочно. Угу. Долгов много было. Мне кредит не давали. А как раз до этого сосед он познакомился с Курбаном. Угу. И... Я у него как подошел, помощи попросил, сказал, что... А вы почему именно к нему обратились? Ну, потому что мы общались. Как познакомились с ним тогда? Познакомились, я не помню уже. Давно, сколько времени прошло. Так, как познакомились, не помните, да? Нет. Значит, подошли к кассету. Да, он до этого говорил, что у него как имеются свои фирмы. Я подошел и попросил, чтобы мне... Подождите, вы мне скажите, в связи с чем вам не давали кредит? Ну, потому что нужен был... Как пенсионное отчисление полгода, в течение полгода. А у меня этого отчисления не было. Ну, сейчас не торопите. Вы не работали никогда, да? Нет, работал на стройке, но там какие пенсионные отчисления? Не государственные фирмы. Потому что и на жилье, и на все надо было деньги. На питание, домой отправляли. Не хватало мне, короче. Надо было. Работали на стройке, да? Не официально, да? Нет, на питание. Хорошо. Так, обратились к кассету, что и что сказали? Да, ну он говорил до этого, что у него есть фирмы свои. Я попросил его, чтобы помощь, чтобы мне пенсионное отчисление сделать. Помог. Ну, сделать пенсионное отчисление, чтобы мне. И справки, то, что вместо работы, потому что я там работаю. Угу. Можно сделать такое или нет? Он сказал, попробую сделать. Так, сделать пенсионное отчисление, да? Да, и справки к месту работы. И справку. Да. Так, и что потом? Ну, он сказал, я подумаю, потом тебе сообщу, позвоню, скажу. Потом, ну как, согласился, мне отчислял пенсионное отчисление. То есть он подумает, сказал, согласился, да. И стал отчислять вам отчисление, да? Да.
течение полгода. Вот потом в мае он подошел, сказал, что полгода прошло как раз. Встретились. В мае где встретились? Кто позвонил кому, чтобы встретиться? Вообще-то я ему позвонил, чтобы встретиться. В мае 2013 года, да? Да. Вы опять позвонили к нему? Да, чтобы встретиться, чтобы узнать, что там, как насчет отчислений и насчет справок. А почему именно в мае? Как раз полгода прошло уже. Он вам сказал, через полгода позвонить? Нет, зачем? Полгода, мне в течение полгода надо было пенсионное отчисление, чтобы было. Угу. Вот он полгода вот эти отчислял мне. Просто вот так, что ли, отчислял? Как? А откуда вы знали, что отчислял или не отчислял? Нет, я это узнал, потом в пенсионную ездил. Вы сами сходили, да? Да. Как его улица называется? Мне дали справку, что вот мне действительно начисляется пенсионное отчисление. Подождите, в мае 2013 года вы опять позвонили по сети, да? Да. Чтобы то что сделал? Узнать насчет справок и насчет... Он согласился, мы встретились. Чтобы узнать насчет справок, да? Да. Так, вы встретились, да? Да, мы встретились, он мне вручил справки. Потом... О чем? С места работы, что я действительно работаю в фирме. А вы работали? Нет. Фирма действующая, поэтому спросил. Он сказал, фирма действующая, все работает. А то, что работали на фирме у него, да? Да. И? И то, что пенсионное отчисление мне шло с него всего на фирме. И отчисления шли, да? Да. Так, потом что вы сделали? Потом справки мне дали, я справки взял у него. Потом на следующий день поехал в банк, подал заявление, в Тимирбанк, подал заявление, что на кредит. Мне сказали, рассматривать будут. Номер телефона свой оставил. Обратились в Тимирбанк, да? Да. За кредитом, да? Да. Это вы куда поехали? Я говорю, не помню. Адрес не помните? Тимирбанк, я знаю то, что отделение в центре где-то. Ясно. Потом? Потом я отдал справки вот эти все. Угу. Мне сказали, мне позвонят, что кредит дадут мне или нет. А вас там не проверяли, не спрашивали, что, да как там? Нет, ничего не спрашивали. Отдали справки и сказали, что вам позвонят, да? Да. Все как положено, все оформили, все, чтобы на кредит. Угу. Сказали, позвонят, одобрение придет или одобрят или нет. Потом... Сообщают результат, да? Да. Через дня два, не помню, позвонили, сказали, что одобрено. На какую сумму писали заявление? На максимальную. На какую сумму писали? Там максимально говорили 5 миллионов. Но 5 миллионов мне не дали. Так, позвонили, сообщили, на сколько разрешили? 4 миллиона 200 тысяч. Выдадут, да? Да. $200 тысяч. Так, потом? Вот я потом позвонил Курбану Васету, он приехал, я попросил, чтобы в банк меня отвезти. Он отвез меня в банк, кредит выдали, все. Все, я ему потом отдал 500 тысяч, остальные деньги себе забрал и уехал. Так, он отвез его у вас в банк, да? Да. Он довез, я ему... Подождите, пожалуйста. Банк отвез, потом, там вы получили деньги, да? Да. С кем ходили получать деньги? Сам или с Курбаном? Нет, сам. Курбанову дали сколько? За то, что за его помощь, то, что он мне помог. 500 тысяч, да? Да, 500 тысяч ему отдал. Курбанову? Да. А себе взяли? Себе взял. Оставшуюся, да, сумму? Да, нет, я оплатил кредит за первый месяц, сразу, чтобы... Первый месяц оставил. И остальную сумму себе забрал. В тот же день же, да? Банк забирает кредит. Кредит за первый месяц оплатили, да? Да. Потом остальную сумму забрали. Да, уехал сначала домой, а потом через время уехал в Россию. Потом? В России думал, там что-нибудь получится у меня. Думал, и дом, и то возьму, а кредит, и кредит я гасил потихоньку. У меня
попросил. Как долго платили кредит? 4 месяца. А потом не получилось. Чуть-чуть с деньгами. Прогоряли все деньги и все. Куда дели деньги-то? Сколько миллионов? Что, это много что ли? Миллионов, что ли? Нет, конечно. Ну куда дели-то? Да, ну я в России продели? Был. Ну как, квартиру снимал, жилье, пока искал, вот думал. Хотел там вообще, думал. В деревне хотел сначала матери дом купить другой, потому что это уже там спальница, там, думал, другой домик. Евгений Николаевич, да. Евгений Николаевич, вы в какой период получили, то есть оплачивали? Вы сами ходили? Нет. А кто ходил? За меня оплачивали. Кто оплачивал? Друг оплачивал. Как зовут друга? Друг Александр. Александр, фамилия как? Фамилия? Не помню. Друга не знаете? Ну как? Ну... Вы сразу скажите, вы по делу знаете, показания даете вообще другие. Почему другие? Я даю показания, которые есть. Которые я знаю. Вообще, я считаю, что все учитывать надо. Ну вы допрашивайте сперва, если есть у вас вопросы. У меня вообще вопросы есть. Если у вас нет сейчас пока допросов, ситуация потом будет. Хорошо. Вдруг Александр платит за вас здесь, да? Да. Поехали в Россию, потому что... Ну, я ему деньги сюда отправлял, тут оплачивал. А потом у него не получилось там ничего. И как? То, что прописка закончилась, у меня получилось выдворение в Российской Федерации. Угу. Потом квартиру, сюда... да? Да. Но я сюда приехал и находился дома. Постоянно. Угу. Потом? Потом, когда в марте уже... Дома находились где? Ну, в Казанке. Вартовский район, село Казанка. У родителей. Так, дальше. Дом так и не купили, что ли? Не захотели родители менять. А, так, ясно. Потом дальше что? Вот потом, когда в марте, да, в конце марта уже, за мной приехали из финансовой полиции. Какого года? Вот в этом году, 2014. Да. Угу. Привезли меня сюда в Астану. Угу. Здесь они вечером приехали, тот же вечер они сразу приехали уже на ночь сюда. И они ночью меня начали допрашивать. Допрос. Потом мне сняли гостиницу. Утром, все, утром я приехал, они попросили, чтобы это, за мной приехали вот они. Попросили, чтобы написал заявление в суд, потому что не явлюсь в суд, я не смогу явиться. Там по семейным обстоятельствам, другая область. Я написал, расписался и все, и они меня отправили домой. Дали денег на дорогу, я уехал. Угу. Так, потом? Ну все, я домой приехал, дома нахожусь. А что, наследствие вас не называли? Нет. Следователь не допрашивал вас? Ну, следователь допрашивал, он забрал свою сумму. Вот в тот же вечер, когда меня привезли, уже ночью, считай, что сколько. Это когда было? Ну, число, я не помню, 26 или 27. Чего? Марта. В марте. А, то есть, а заявление в суд тогда же попросили? Да, на следующий день утром я написал. Сейчас, часов, наверное, в 9. Понятно. В марте 2014 года мы приехали из... значит, приехали из Финпова, привезли вас в Астану, да? И ночью вас допрашивали. Да. Да? Значит, сняли гостиницу, потом утром приехали, попросили написать заявление о неявке в суд, да? Да, то, что они смогли явиться в суд. Угу. Вы что сделали? Ну, я написал, они сказали, говорит, напиши. Ну, тогда я правда не мог, потому что отца только похоронил, и дома проблемы были. Вот я сказал. Наследственный, там же следователь допрашивал, получается, все-таки допросил, да, вас? Да. Когда допрашивал, говорите? Ночью, получается, уже. У меня в часа в 4, наверное, только в гостиницу в ночь. Протокол смотрели, читали? Ну да, это, протокол-то я читал. Ну там то, что потом мне еще на автобусе привезли какой-то, ну, протокол тоже. Она позвонила и сказала, что распишитесь там. Мне автобусник даже не дал прочитать, он торопился. Подождите, протокол читали, подписали, вот который вас допрашивал? Да, сказать? Ну там все было правда написано. Как было, так и есть, я ей рассказал. Там было все правда, да? Да. Так, потом, а через потом? Некоторое время, я не помню, какого числа это было, но уже в апреле,
Меня через автобус, она позвонила, сказала, что Астана Рудный автобус, который ходит, через него документы передала. Ну, чтобы расписался там. Я автобус... Через автобус, да? Да. Расписался. Вам передали показания, да? Да. Мои же показания. Протокол, то есть, передали? Да, только уже другой, как понял. Уже переделанный. Потом? Вот, она сказала распишитесь, ну, чтобы я расписался, и отправил, отдал опять автобус. Все документы. Я расписался, мне даже прочитать не дал автобус. Он говорит, давай быстрее, я тороплюсь. Он даже расписываться только не давал, чтобы быстрее расписался. Вы расписались? Да, я расписался и отдал ему назад документы. Почему? Ну, он попросил, говорит, все то же самое, я как... То не читал же его, не дали мне прочитать. Потому что следователь вас попросил? Да. Я расписался и все, и домой пошел. И потом после этого ни звонков, ничего вот не было. Только вот вечером приехали, ну, передали мне вот повестку в суд. И я попросил, потому что вечером у нас, как, уже 21-го передали вечером, а у нас автобуса, ну, вечером нету. Да, ну, трудно до города добраться. Я попросился с ними доехать до города. С кем? Ну, который мне в повестку привезли. Это когда было? 21 вечером. 21 августа вечером. 21 вечером вы сами доехали до сюда, да? Я приехал сюда уже утром, получается. Мне 21 не до... Утром какого числа приехали? 22. Приехали в Астану, да? Да. Где жили и что делали? Где по городу ходил? Нет. Нигде не останавливаешься? Нет. Ну зачем следовать? Как на повестке было написано, то что суд. Это целых сколько дней ты еще до суда? Нет, нет, это уже домой я. А, вы на 22-е, да, приезжали на 22-й? Ага. 21-е я доехал с ними до Кокчетава, приехался. Потом сел на этот. Там вот эти такси ездили на маршрутные. Вот на этот маршрут на такси сел и сюда до Астаны. Доехал. Вот потом на суд пришел, вот тогда вот перед судом уже, перед залом заседания встретил вот Курбанова. И все, а потом вышли, сказали, что суд отменяется, переносится на 25. Вот вы сейчас говорите, вы понимаете, что вы по фиктивным документам получили кредит? Почему так? Ну справки-то у вас незаконные, вы же сказали, вы у Курбанова не работали. Пенсионные отчисления фактически у вас не по работе осуществлялись, эффективно. Ну как? Справка о том, что вы на работе работаете, тоже фиктивная. Вы знаете же, что вы не работаете. Деньги получили, уехали, дальше кредит не стали оплачивать. Ну, просто получилось так денег нет. Я-то не отказываюсь от него. Я о чем говорю, что это... Не, ну, фирма... В настоящее время вы о чем говорите, понимаете? Фирма же действующая. Ну, ладно. Сейчас все именно мы не едем. Ладно, хорошо. Господи, вот задавай вопросы, задавайте, какие есть сейчас вопросы. Вы когда, говорите, привезли вас на полицию? Да. Посмотрите, передопрашивали, да? Почему он же ответил? Все подряд передопрашивали. Очень подробно рассказывал. Да, точно число да. В марте, в конце марта. Точное число я не помню, Леша. Тоже у меня же не компьютер. Вам никто не говорит, что вы компьютер? Вы, если вы... Давайте вот это сделаем, Сергей Николаевич. Вы сколько вот конкретно, скажите конкретно, сколько взяли? Он уже ответил же на вопрос, прошу прощения. Снимается вопрос, хорошо. Он уже ответил на вопрос. И тем более в материалах дела имеются все эти сведения. Сколько конкретно? Давайте. Зачем приедете? Подписку дайте мне. Еще вопросы какие у вас? Если пока нет вопросов, то со стороны защиты предоставлю, что... Вопрос. Задавайте вопрос сразу. Можно? Спасибо. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, последний раз, когда вы видели Курбанова Асета Абдижалиловича, сидящего здесь в зале судебного заседания? Ну, перед залом заседания я же говорил, то, что 22-го. Нет, я имею в виду не здесь, не в суде, а вообще до этого, до суда вообще. До... Ну, в мае вот я вот, когда вот последний раз его увидел. И все больше после 2016 года. Мая какого года? 2013. 2013. Когда деньги получили? Да. Мая. После этого я увидел. Понятно. Когда точно я не помню, я знаю, что в мае. Сергей Николаевич,
Дальше, следующий вопрос. Вы участвовали в ходе допроса? Вас же допрашивал вот следователь? Да. А вам известно, что такое очная ставка? Известно. Что такое очная ставка? Ну, это когда вот то, что я вот рассказал все, и обвинитель, ну, обвиняемый должен присутствовать в этом. Допроса. Подождите, вот у нас вы участвовали в очной ставке с Курбановым? Нет, у нас очной ставки не было. Она мне просто дала документы, я расписался и все. Меня отправили там. Подождите, очная ставка, точнее, она вам дала эти документы. Когда это было? Где, когда и при каких обстоятельствах она вам давала документы? Она это кто, кстати? Ну, следователь. Следователь. Да, Желгасова. Она давала вам документы. Где, когда и при каких обстоятельствах? Это вот когда вот допрос был, она мне вот эти документы, протокол допроса она мне дала. Я расписался, все, ну там то, что я говорил, было. Сколько человек находилось в кабинете, где вы там находились, да? Где проводилось вот это следственное действие? Вот Желгасова служба, следователь, и я, и все, больше никого не было. В смысле, то есть вас было два человека в кабинете? Да. Это было отдельное, там, не знаю, отдельное помещение или, не знаю, там, какое-то? Ну, кабинет просто, явно. Это был кабинет следователя? Да. Хорошо. Вы были только вдвоем, правильно? Хорошо. Ну, соответственно, в связи с этим тогда вопрос. Вы Курбанова, вот то, что сказали, что вы его видели в мае 2013 года. То есть во время очной ставки его не было? Не было. И очной ставки не было. Он мне документы предоставил, очной ставки. Распишитесь, говорит. Очной ставки не было? Не было очной ставки. Сколько времени вот это длилось? Ну, вот она вам дала документы, вы расписались и так далее. Ну, меня вот как ночью привезли, меня только вот сколько, в 4 часа в гостиницу. А ночью во сколько вас привезли? Ну, уже после 12, это точно. То есть это глубокой ночью, что ли? Да. Понятно. И в 4 часа вас отвезли в гостиницу? Да, около 4, может, начало 5 было. Это в каком месяце было? Вот в марте, вот когда вот, да, когда мы... Понятно. Вот, соответственно, вас туда, вот, допустим, когда этот следователь вас, он, то есть, получается, не приглашал, кто к вам домой приехал? Вот вы же сказали, что вас за вами приехали из финансовой полиции, забрали и так далее. Кто, когда? Жаслан, вот, и Талгат. Жаслан и Талгат. Да. У меня вот наш участковый с Валдаровским участковым они меня забрали. На повороте они ждали меня уже, все, машину посадили и в Астану поехали. То есть, а что они вам при этом сказали, эти сотрудники? Ну, сказали, чтобы... Чтобы что? Ну, чтобы все рассказывал, как есть. Я говорю, ну, как есть, так я и расскажу. Понятно. Это было в какое время? Днем, утром, они ночью? Вечером уже ко мне. Вечером приехали? Да, часов 6, наверное, всем. Ясно. Приехали, до 4 утра вы вот это подписали, вот эти бумаги, которые она вам дала, да, следователь? Да. 4 часа вас отвезли в гостиницу. Дальше что у вас происходило? Я там переночевал, утром за мной приехали. Это вопрос уже повторяющийся. Да-да. Нет, утром приехали, дальше что делали? Я же говорил, я справку написал. Заявление написал? Заявление написал, что у нас суд не увидели. Хорошо, можете не отвечать. Давайте. Понятно. Дальше тогда... Время. Что время? В какое время дома оказался? А, кстати, в какое время вы действительно дома оказались? Домой когда вернулись? Около 7 уже, наверное. Может, 6:30 где-то вот так. Куда домой? В Казанку. Вечером того же дня приехали? Ну как, мне вот вечером привезли, допросили, потом я переночевал. И утром вот написал заявление, меня отвезли на вокзал, на автовокзал, я на автобус сел и ехал. А, ну вечером того же дня дома. Да. Вечером того же дня. Ясно. Кто может это подтвердить? А как он может это подтвердить? Ну кто может это подтвердить, что он вечером взялся? Кто действительно может это подтвердить? Ну, дома кто был? У меня мамка дома была, тетка. А еще кто-нибудь может быть, кроме мамки? Меня никто не видел, я домой приехал и спать впал. Понятно. Время там 6-8. Понятно. То, что у нас вот в протоколе допроса указано, что время протокол допроса подписываете, точнее, допрос значит 16:40 и окончен 18:20. Ну, давайте определимся, лист дела 72, да? Том какой лист... у нас? Ой, я не знаю, том какой. Лист дела номер 72. Том второй указано. Листы дела... 72, 73, 74, 75, да. Вот тут у нас указано время 16:40 и 18:20.